Добрый день, дорогие друзья, любители видеоигр, с вами The Evil Gamer и Альфа Шторм. Привет! Поздороваемся. Здорово всем, да. Привет всем. И сегодня мы поиграем с вами в Dota 2. Очень классная игра. Да, мне кажется, ее все знают. Конечно, многие ее недооценивают, некоторые не любят, но в целом игра очень интересная. Хорошая. Да, хорошая. Так, ну ждем. Сейчас поиск игры. Просто привыкнуть надо к этой игре. Да, надо привыкнуть. Ну, еще и немного теорию посмотреть там. Как, ну да, настройки покопаться там, если что. Да какие настройки? Это если у кого-то лагает. Ну да, про это я имею. Да. Ну вот, сейчас ждем. Вот, ищет игра, блин. Ждем. Твою медь. Конечно, долго. Да, в этой игре минус то, что долгий поиск. Вообще, конечно, серверов там миллион, наверное, работает. Почему ну, да. так долго всегда? Ну, к примеру, CSGO тоже. Ну, там, по-моему, побыстрее, да? Да, побыстрее. Ну, вот. Особенно, если выбирает там карту CS. Ну, ой, то есть DDoS 2. Во. Да. Кстати, CS-ку мы тоже будем снимать обязательно. Это скорое время, да, скоро. Ты так говоришь, блин, скорое время, скоро. Конечно. Ну, уже вот Dota выпустим, считай. Dota выпустили. Знаешь, когда Dota выпустили? Я точно не знаю, по-моему, лет 6 назад где-то там. Вау! А может, ну, если память не изменяет. Так. Ну, где игра, ёпта? Уже 2 минуты. Обычно у меня за 2:30 загружается. Да, давай быстрее играй, не тупи. Она тупит. Она по-крупному тупит. Тормозит просто нереально. Да. Так время, знаешь, медленно идет, тянет, резин. Не играйте, пожалуйста. Ага. Я бы уже, не знаю, надо было начать запись с того момента, как мы уже начали играть, а не меню. А то зрители сейчас смотрят и думают, что за хуйню мы снимаем. Какой-то экран, вот. Dota 2. Хоть сокровище, отмени поиск. Ну, что тут? А что, у тебя тоже сокровище, да? Да. Сейчас вот. Золотая книжка. На дубе том. Да. Ладно. Да сейчас начнется. Вот, вот это уже, конечно, перебор. 2 минуты уже. Ну, три, да. Третья сейчас пойдет. Че за бред, а? Ага. Хуйня какая. Ты смотри. Ах, цах, 3 минуты. Ах, цах, цах, ах. Да. Да. Сейчас просто тебе накалякаю. Понял? Ага. О, господи. Вот, дорогие друзья, я поставлю на паузу. Через несколько минут, как только мы начнем играть, я возобновлю. Да, возобновить игру и продолжим, то есть. Да. Кино. Мы продолжаем. Вот мы загрузились. И мы вернулись в Доту. Сейчас мы будем гамму. Играть. Да, играть. Ура, ура. Так, кто у нас там? Голландик. Что? Зевсан. Зассан. Хуян. Фокс. Айкенфрост. Ну да. Инкокент. Хий. Хуй тебе в хуй. Давай грузись, падла. Пидарас. 328. Обидно будет, что если он не загрузится. Ну да. Евгест. Хуест. Еще и значок Dota имеет, вообще охренел. Да. Ну, это ж народ, чё-то. Да. Калькулятор. Фига, смотри, как красиво. Значок, чувак, вот если кто-то обратил внимание. ГГ, хуе. Давайте, пожалуйста. Так. Да. Вот гандон. Ладно, дорогие друзья, если он сейчас не загрузится, я продолжу. Еще раз подождите немножко. Ладно, продолжим. Давай грузить, говно, мы загрузимся. Я снова тут, дорогие друзья, The Evil Gamer с вами, и мы ждем снова, когда же у нас все загрузится, да? Да. Все уебаны загрузятся в жопу, блядь. Ну да. Гандоны сраные. Ждем мы опять этот долгожданный момент. Небось, пиво напились там. Все пьяные. Надо. О, ты видел, какой у нас набор? Пенис, перечень.
Пенис, пенис. Пенис, но... Виолент, я бы его Вейдер назвал. Так, пилот Боинг, Франкен, да ладно. И такой, да ладно. Чё за план? За другую команду играет три ника без аватарки. Ай, пиздец. Вот мы загрузились. А какого хера противник не загрузился, а? А сейчас должен загрузить чё-то. Ждём. Да, пилота ждем. Да я его жду, ёпта, хули он не грузится. Ага. Пилот, небось, летает там. С интернетом, с этим калькулятор хуев, блядь. Да, да. Ага. Ура! Неужели, ёпта? Сейчас будем выбирать героев. Да, выбираем героев. Какой бы мне взять герой? Как вы да думаете? Я, давай... пожалуй, возьму Хускара. Не, за Пуджа это полное дерьмище. Да бери Урсу или Пуджу. Пудж. Давай Урса, ёпта. Таси Урса. Это опасный тим, а герой. Да, ж все, жопа. О, так еще и Рики за нас. Ништяк. Мы их просто уделаем. Ладно, я вверх. А я в жопу вверх. А давай вместе. Вон, видишь, там мордочка такая. Ну да. Ждет тебя. Так. Ну и рожи, конечно, у него. Как собака, честно. В принципе, у них хуйня. Ну да, единственный хороший герой, я знаю, там, да ладно. Вот, Ник. Да ладно, ну а какой это герой, ты не знаешь? Нет, я точно не помню. Бля, ну конечно, ёпта, хули, 200 часов играем. Тра-ля-ля. Тра-лякали, ни хера не сыграли. Да, нормально. 5 seconds remaining. 5 seconds, really. Да. Ой, что-то пенисы в чат разболтать. Так, ну что? Ёпта, давайте поиграем. Давайте. Покупаю я, как всегда, стандарт. А, да, я тоже купился. Стандартную хуйню какую-нибудь. Так, подожди меня, ты куда уебал? Наверх. Наверх? А я? Да. А меня? А не меня знаю. Забыл, козлина. Добежишь. Бежал, с тобой ничего не случится, ты не в пустыне. Да, конечно. Close the wrong knee. Ты чё, не со мной пошел? А я что? А я... я привык, что там... Сурса. Блять, я сейчас все деньги всыру, понимаешь? Нет, мы, понимаешь, шторм, мы здесь должны нагибать, мы не должны тут... Да. Не шторм, а альфа-шторм. Сука, забрал же, гамма. Я туда пройду. Я пройду. Не сожру тебя. Да. Урса. Нормально, Урсай рулит. Сейчас будет мои забирать, тогда постиливать. Да, как... конечно. Ну да. О, в лесочке будешь стоять, подбегать. Ты фу. Смотри, пришли, бля. Ну, скажем, сильная такая команда. Бля, ты посмотри. Ну, Акс есть. Если кто не сильный, так это Акс. Если он сейчас будет читерить, я обижу. Да, вот Акс мощный, в принципе. Да хуйня это, Акс. Ну, если Урса. Та-да-да. Эй, ты видел? За что? Урсу бьют! Меня обидели, все. Вонючкой. Мне вообще-то очень вкусный медвежонок. Я мне сказал, но... Бля, дайте мне денег, пора. Ты чё, Акс? Ой. Смотри, как он. Вэ-вэ, давай в чате баунс. Давай в чате говори. Да не, так слишком. Блять, вечер охуительных историй, блять. Давайте. Деньги, деньги, деньги. Колян, деньги дай. Мне, мои деньги. Мои деньги.
Колян, отдай их. Хуя. Вау. Хуя, чел. А, это же тот герой, который поднимает Урсу, да? Давай, иди. Вот этот вот колдун. Да! Слушай, а что за хуйня на мне была? Да. Да-да-да, это тот герой, который поднимает Урсу. Вот Акса я просто на Исич. Ну да. Момент надо подобрать. Смотри, он хочет тебя ударить топором. Пошел нахуй, ёпта. Слышали, я полоумер. Они очень хитрые, заметь. Ну да. А, Урса кушает. Кушай. Вообще наглый. Вот я за это ненавижу дальнобойщиков, блядь. Ну, дальнобойных. Дальнобойщиков. Блядь, дай ему огонька, а? Всем. Ух ты! Ага. Опасно. Опасный, блядь. Ну мне в реале опасно, тебе еще нет. Мне вообще насрать, блядь, нет, это. У меня лекарство, ёпта, хули. Блядь. Ну, лекарство. Антивирус. От зомби. Хи нахуй зомби. Ну, это так образ. Ну, я понял. Ну, ладно, не догоним. Я пошёл, ёпта. Да не догоним мы. Гандон, а? Чё, блядь. Моё было. Не твоё. Моё, ты забыл. Не, моё. Моё. Нихуя. Моё, моё. О, там иллюзия. Слышали, охуели. Пошёл нахуй. А, промахнулся. Дай ему ещё. Слышали, одурели. Видишь, что творят, а? Да. Хуёба, да? Опасный поцак. Да. Бля. Хуёба. О, Акс, Акс. Мне надо уровень получить. Пошёл. Что за бред? Вон он. Пошли. Какого у меня нет 6 уровня? Прыгай. Кошмар какой. Снимаем, мы снимаем, да. Как боюсь, вы, главное, чтобы... Как вы видите, дорогие друзья, зрители, игра у нас пока что трудно идет. Ну ничего, скоро нагибать. Акс, получай огонька. Ну, отлично. Не нафиг. Ты чё, эй? Пульни в этого волшебника сразу. А. В следующий раз. Часового достал. Ах, свали её. Нифига. Да ну. Все, уходим на спал. Я на спал. Жопа какая. Хрена у меня жизни. Вообще будь осторожен. Your top tower is under attack. Пошли на базу, да. Yes. Даже хилка есть, но это не поможет. Опасный, ё-моё. Ну да. А так бы мыслились, если бы не ушли ща. Я вообще их вообще на изи забрать. Ну на изи, ну нас чуть на изи не забрать. Да не, просто мы их боимся пока. Бояться, ну да. Да мы еще уровень набрали. Во. Особенно я. Мне бы 6 уровень. Мне бы все. Но все надо убивать. Пошли сейчас. А, удачи. Смотри, из леса выбегаешь и бьешь. Ну, тебе да, легко говорить, у меня нет такой способности. Вон твой стоит, друг. Я другого хочу. Отстань, отстань, отстань. Бежим, бежим, бежим. Вот урод. Смотри. Я далеко, Колян. Ну, недалеко, я, в принципе, просто... Не, беги, Коль! А, ну. Беги, а вот теперь... Это урод, да? Видел, как меня обманули? Блин! Давай, давай.
Ну ладно. Нормально. Дай мне денег. Херово. Ладно, все, я пока наспал. Да ладно, ты можешь волшебника, если несколько раз огоньком, он уже... Я боюсь туда. О, давай-давай этого, Акс, огонек. Вон он. Не бойся. Сейчас минутная пауза, дорогие друзья. Продолжаем. Ой, из их тима один вышел. Продолжаем. Продолжаем сбучку. Да. Я снимаю, не снимаю. Похоже, что нет. А теперь продолжаем снимать, да. Я тут на базе. Хотел убить Акса, но ни хера не меня не получил. Согласен? Да. Но мы были близки. Да. Жопа боль. Так, ладно. Тем не менее, сейчас я покупаю вещь. Ботинки. Конечно, знаю, сейчас многие будут ругаться. Какого хера ты эту хуйню купил? Тебе надо другое. Ну, ребят, еще пока начало. Что сейчас такое? Кура прибежит ко мне, будет сапожек. Не волнуйся, рано или поздно эти пиздюки сольются. Особенно вот этот маг хуя. Ну да. Акс еще, может, конечно, продержится, но вот маг сольется. Да, если он, блядь, не дать им это. Если что, он только подымает вверх, а так у него все способность говно. Нет, он еще может, это же антимаг, он может ульту красить. О, кура. Тихо. Где он? Да смотри, неожиданный момент. Уверен? Давай, давай. Гандон. Я не такой быстрый. Да бля, за что? Ты смотри, что они творят. Пиздец. Ты видел? Да, да. Что такие быстрые-то? Нихуя, ты видел, что они купились? Чё там? А, да. Миш, вот ты где... Ой, ну какая разница. У нас Шторм, его зовут настоящее имя. Альфа Ш... Ну да. Да. Я далековато, я... Ты где был-то? Я далековато от тебя был. Надо было ближе быть. Со мной. Не знаю, я думал, ты убьешь там мага этого. Я его почти убил, он там убил. Козлина. Страшная. Не Акс задолбал. Блин, я на пятом уровне. It's not time yet. He's dead. Чушь, блин, на. I'm not ready. Yes. Повезло мне сейчас очень. Let them see our teeth. Ой. Конец. Ура. Так у меня вот этот козел, смотри, что делает. Да, это говно. Противное говно. Что там уже бот побить? Денег нужно. We fight as one. Денег нужно до хера. It's not time yet. We will. Да он надоел. Рот, мне кстати. Пошли. Come near. Вообще. О, ты нам не используешь? Right. Спасибо. Убирай ее нахер. Акс восьмая, ну ладно.
пошел нахуй, бот, ёпта. Хули тебе надо? Я подумал, Жак за тобой. А где Макс, Ась? Макс? Мак. Yes. Не знаю, испугался. Сейчас пройдёт. Странно где. Давай, Акс. Ну, давай. Ты... А? Ты убегаешь? Я не... А куда мне идти на мой? Иди в лес. Мне надо, мне денег надо, 900. У меня денег вообще нет. Вот, оу! Бегай! Ты сейчас с этой хуйнёй. Сейчас топором тебя попробую. Урод, да? Видел, меня забрал? Да. Но я не ел последствия, я был занят этим. Дай ему огонька. Хорошего. Сейчас. Че он стоит на месте? Не боится. Стоит так нагло, смотрит. Сейчас будет бояться. Не, колдун лох. Если так. Ну, я только он видит, что он сделал мне. Я выхванулся, я пошел на Акса. С маленькими хпшками. Ты видишь? Нормально. Так, в империи. Ничего, сейчас я раскачаюсь, там еще, еще много вещей куплю. Нормально. Yes. Yes. Так. Not yet. Денежки идут. Все, мне надо не давать ему это. Давай его убьем. Сейчас. Ой, подожди. Хотя нет, слушай, у него такая бра. Какого хера он себе купил? Да. Если скоро напрягать меня немножко. Маг? Да-да, он как крыс подает, тебя подымет и все. Так он не он меня убил, меня Акс. Yes. Это, я потом на Акс развернулся, я решил его. Я думаю, лучше мне в кустиках сидеть. О, подожди! А. На миду Акс, не парься. It's not time yet. Yes. Акс вроде ушел. Да, Акс мид ушел. Кто там бегает? Не знаю. Ай-яй-яй. Где бегает? Не знаю. Слышь? Колдун на миду. А вот и Акс. О. Yes. За лупу пришел. На, огонька. Сюрприз, да? Не, ему такой ощущение, как будто ему пофиг. А ему действительно похуй. Ну. Че ему? Ты ж 100 уровень? Да. А я дед? Я вообще не знаю, что это. Ну меня убивали. Харе мое забирать, да? Да, бля. Нормально. Это же уровень. Join with me. Это немало. It's not time yet. Пипец, а какая у меня там броня? Ну, 8. У меня 7, и то. Надо. Без всяких этих. Right. I merely cuffed you. Бля, давай уже. У тебя уже 10-й небось. We will double damage. О, как же давай, ты давай меня? Давай, давай ему. Прыгай. Да. А теперь? На себя. Ух. На себя башня отмёк. Хорошо мы его уделали. Да. Чуть меня. Чё-то у нас там сдохли. Да не, чуть меня не за... А, ну чё я туплю, я пошёл дальше. Конечно, у меня хелф мало. Зато Акси заорали. С регенью сейчас.
Мне казалось то, что я его забрал. А кто забрал? Ты, Роди. Я разве? Да. Ты. Две смерти. О. Да, ты забрал. Это кто там? О, слушай, о. Я на схожу туда пока. Да, ты пойдешь. О, денежки. Просто халява. Я отсюда. Другое место. А? Я лучше здесь побуду. Правильный выбор. О, нас. Мы одну башню по миду снесли. Че, Акс пришел? Не? Ишкары мои, а? Ну, понимаешь, надо деньги вообще строить. Ну да, у нас там бизнес, че. А, пошел, че это плюс. Давай, сейчас я все свое. Че, капец тебе башня. Им уже плохо. Им? Да, потому что они нам еще пока ничего не сделали. Пойду на мид. Я пойду вещь себе. Это маг, мага хочу забрать. Я на рожь пойду. Да, на рожь. На рожь. О, Акс, давайте убить Акса. На миду. Чувак, уходи, он тебе сейчас. Пиздели. Ничего, я есть на помощь. Давай, прыгай. Серега один, блядь. Вот так, нормас. Конечно, может, не по правилам, но все же. По правилам, все нормально. Так, скоро будет Shadow Blade у меня. Ну, 2800 тут там немного. Там. Нормально. Пока, колдун. Колдуна нет. О, ты этого хочешь забрать, да? Да. Чувак, что ты делаешь? Кто такой? Нет. Ладно, хер. Из-за него надо было рожь забирать. Radiant structures are fortified. Все идет по плану. Все идет именно так, как мы предвидели. Да-да. Меня тут вперед. Всем пока. Мы с пацанчиком. О, нифига их тут по миду. Колян, придешь на мид? Сейчас, мне забрать надо. Я в плане то, что их до хера тут. Your top tower is under attack. Dire structures are fortified. Your top tower is under attack. Не забывай про башню. Yes. Set upon them. Your top tower is under attack. О, видишь, как на мидах? Да, вижу, вижу. Ладно, сейчас на... пока схожу это наверх. Your top tower is under attack. А, ты на базе. Да, мне сейчас тут золото будет. Они думают, что вместе они одолеют нас. Давай пойдем встретим их. Сюрприз резкий. Ща, я тут с чувачком. А, ты с нами? Да. Слушай, я кого-то видел. Эй, пошли, пошли. Вон они нам хотят пропушить. Ну, уроды! Не-не-не, зря пошел. А хотя давай я их хочу встретить. А я это иду так вот.
Not yet. Я их встречу. I'm not ready for the forest. It's not time yet. Не знаю. Такого они точно не ожидали. Да. Неплохо. Да. Сейчас по миду башнимся. Tracks of intruders. Все неплохо идет. Все пучком, ё-мо. Так. Слушайте, на изи. Так. Надо в следующий раз тоже так же, да? А? Надо будет тоже еще раз так. Много начала выиграть. О, у нас инвокер. Уф, все. 100%. О, у меня Shadow Blade. Ой, тебя увидеть хотят. О, нихера себе. Халянс. А. Стилишь. Мне нравится. А, стилить? Да. Yes. Your bottom tower is under attack. The yes. enemy's middle tower has fallen. Это видео. Они тупо уже сдаются, не понял. Ну да, 24 минут все. Быстро как-то. Согласен? Ну да. Оу. Конечно, можно вроде, но я сомневаюсь. Чё такое? Yes. Yes. Нормально, я троих убил. Из-за этого сдохну. Так. Прям так хорошо я их убил. А ты Акса встретил. Хорошенько. Мне нравится просто так. Слышь? А ты так хорошо Акса встретил. Ты его на изи просто. Акс против Урсы, это ж. Ну, я троих, говорю, убил, а ты Акс, у меня Акс убил. Я хотел убежать, но у меня Shadow Blade не сработает. I'm not ready. Чё бы такого купить? Вот это 9 уровень, 10 вообще изи. Двоих. Да, если... Не, если что, может поднять тебя, только таким образом. Ну да. Так я себе. У меня бессмертие, мне похуй. Я могу сейчас ворваться. Если что, а? Через 10, через несколько минут у меня она пропадет. Надо успеть. Mm-hmm. Уже пропал. Там главное, чтобы тебя не убили. I'm not ready. Я говорю, самое главное, чтобы тебя не убили там. Не убью. И ладно, я наверх, чё мне париться. Так. Да не, меня уже не убьют, мне 1500. Thanks, Bird. Уши. Все идет по плану. Блин, жалко, Роши нет. А Роши у нас когда? Сколько сейчас время? Рош, 26. 26 через 4 минуты, Роши, появится. Понял я, блядь. О, ништя. ДГГ все. А, это Акс. Господи, Акс. Хера там, Рики. Че, я никого не забрал? Нет. Обидно. Rifles.
Они все отключают. Защищает там катку или нет? Считает. The enemy's top tower has fallen. It's not time yet. Easy. Фу. Изи бризи. Вот, вот так вот мы выиграли. Вообще да. Просто вот так надо играть. Повезло нам сегодня. Да. День. Так, хорошо. Ну, думаю, мы здесь с тобой заканчиваем. Шторм закончим, да? Вот, ты получил вещь. И я получил. Правда? Мы с тобой вещи получили. Вот видите, как, какие мы крутые. Сейчас посмотрим, что да. Мы получим. Альфа Шторм у нас какую-то накидку. Да ладно, получил. Заявил геймер. Это как такой лопатый топор. Ладно, всем пока. Ладно. Ну, думаю, мы сейчас закончим. С вами был Заявил Геймер. И Альфа Шторм. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, не забываем подписываться на да. канал. Ладно, увидимся. Пока, да, пока, все, пока-пока.